Уборка снега в Самаре идет в усиленном режиме. Только в одну ночную смену вышли 184 самосвала. Трудятся круглосуточно, вывозят снег в основном ночью, чтобы не загружать дороги. Из-за рекордного количества выпавших осадков привлекают и дополнительную технику. Уборку проводят самым быстрым способом. Сначала проходит грейдер, затем рабочие лопатами подчищают оставшийся снег и загружают в лаковый снегопогрузчик. Из него снег попадает в самосвалы. Самосвал не стоят, уходят быстро и груженные полностью. Если обычным погрузчиком фронтальным мы грузим одну машину от 5 до 10 минут, то лаповым снегопогрузчиком это происходит буквально там 3-4 минуты. Дала зима нам отдохнуть чуть-чуть. Ничего, наращиваем темпы. Вчера было 18 самосвалов на Ленинском районе, сегодня 28. За сутки с улиц города вывезли порядка 10 тысяч тонн снега. Это рекордная цифра с начала сезона. Весь снег с уличной дорожной сети выводится на специализированные площадки для складирования снега. То есть таких площадок у муниципального предприятия благоустройства 5 штук. И также есть 3 коммерческих в городе. На еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил темпы уборки города не снижать. Особое внимание – очистки дворов и внутриквартальных проездов. У нас выходы из подъездов отработаны на 80%, 70% отработаны тротуары на дворовой территории и 51% – это дворовые проезды. То есть еще не початый край работы во дворах и тому подобное. Подчеркиваю, это сегодня ситуация, которую нужно исправлять. До начала нового года дороги, дворы и общественные места в Самаре должны быть полностью очищены. Лариса Шалафаст, Мария Левина, Василий Колдашов, Максим Гусев. События.